Потрогай, не бойся. Сегодня у маленькой Адели первый в ее жизни юбилей. Исполняется 10 лет. В день рождения дочери они с мамой запланировали целую развлекательную программу. Посетили выставку животных, потом прошлись по магазинам торгового центра. Отсутствие слуха не мешает ей радоваться происходящему, даже несмотря на камеры, которые привлекли к девочке любопытные взгляды окружающих. ТНТ тебя поздравляет с днем рождения. И всего наилучшего. Чтобы ты была красивой, большой девочкой. Такие обычные для большинства людей посиделки в пиццерии в семье Сафиных нечасты. Адель учится в специализированном интернате в Уфе, приезжает редко. Да и материальное положение мамы, которая одна воспитывает дочку, далеко не самое лучшее. Зато сегодня в семье настоящий праздник. И это стало возможным во многом благодаря благотворительному балу. Это мероприятие совпало с тем, что у меня и у дочери день рождения, и та финансовая помощь, которая была оказана на этом празднике, мне поможет приобрести телефон, который нам очень необходим для общения с ребенком. Денежные средства и сертификаты в магазины города получили накануне 20 мам, в одиночку воспитывающих детей-инвалидов. Больше 120 тысяч. Сумма благотворительного сбора получилась более чем внушительная. Днем матери, всех благ. Но потребности у этих женщин в деньгах куда выше, чем в обычных, даже полных семьях. Лекарства, поездки в клинике и ежедневная борьба за жизнь ребенка. А потому полученные конверты – это лишь маленькая толика того, что смогли сделать в канун праздника предприниматели Нефтекамска. От вас зависит, что вы держали вот ту тяжесть, которая, к сожалению, выпала на вашу долю. И дальше шли по жизни, чтобы государство помогало, чтобы эта помощь доходила до вас. Но, естественно, мы, администрация, представители власти, всегда будем по возможности помогать вам. После небольшого чаепития, во время которого состоялся разговор о проблемах детей, мам пригласили в концертный зал. Здесь же, в ЦРТДЮ. Прежде чем как я покину тебя, скажи, как зовут моего ангела? Его имя может быть любым, но ты будешь называть его мама. Лилия Гарифуллина, Денис Кузнецов. Время новостей.